Всем привет! Другая жизнь снова с вами. Сегодня у нас запланированная общая длинная вылазка через урочище на берег реки, где можно попробовать поискать добангол. Ну, короче, такой длинный маршрут. От машины вот через это поле, через лес, 1,5 километра мы прошли. Здесь тоже есть накат на урочище, но здесь он хороший, там он, ну, короче, там не проехать, к сожалению. Прикольная штука на березе висит. Указатель на ближайшую деревню, там 3,5 километра. И табличка. Если вы заблудились, трам-пам-пам, направляйтесь в направлении указателя. Кто-то из ребят вешает местные. Ну, или лесники, или специальный какой-то поисковый отряд. Не знаю кто, но за это прям вот респект и уважуха. Потому что много теряется, много... Ну, короче, здесь заблудиться, как ни хрен делать. Вот. Начинаем отсюда. Сейчас понемножку пройдем через урочище. Мы здесь были как-то давно, но здесь было лето, травище. Может, что-нибудь и выскочит. Вот. И пойдем в сторону берега реки. А там посмотрим, я вам все покажу. Вперед. Так, друзья, извиняюсь за ветер. Короче говоря, объясняю политику партии. Вот здесь было урочище, достаточно крупное. Вот прям здесь на горе, оно растаскано. Там куча вот этих, бульдозером его растащили. Ну там шурф есть, понятное дело. Ходят здесь не очень много, потому что обычно здесь по пояс, по шею травы. Сейчас только весной можно. Ям вообще он не видно в полях. А у нас какая мысль? Ну понятно, что и по урочищу походить, а он там конины набрал сейчас. Так. Там река у нас проистекает, так сказать. Короче, посмотреть берега реки, холмики. На предмет вот таких штук. Добангольская бусина. Отмоем потом, посмотрим. Зачет. У Жени он ходит сейчас чешую, он с того поля нашел, где мы вступление снимали. Вроде как. А может еще что нашел, не знаю, не спрашивали. Сейчас попозже узнаем. Там вышка охотничья стоит, но это понятно. Ну и здесь нужно посмотреть, здесь какие-то холмы он кругом. Короче, места интересные. Здесь времени немного, чтобы полазить, пока трава не поднялась. У нас оно есть. Так что вперед из песни. Особенно если учесть, что трава еще дает слой. Угу. Поэтому очень сложно. Сложно, конечно. Но. Прозваниваем поле вот это, которое идет к реке. Понемножечку. Вот. И следующий сигнал. Тоже что-то интересное. Тех времен. Какая-то подвесочка. Деталь подвесочки, да. Такая вот. Интересно. Сейчас добредем до конца поля, там посмотрим. В целом-то интересно. Вон Димка у нас. Вон там на горе деревня была. Но теперь ее больше нет. Ну что, чай попили мы вон там возле вышек. Перекусили и двинулись дальше, края обследовать. Здесь такой березнячок. Канава по нему. Раз. И, пожалуйте, бобриная плотина. Вот так вот они запрудили маленький ручей. Фига себе. Прикольно. Сейчас туда наверх поднимаемся, на следующую поляну. Вот она, поляночка. Вон там бобриная запруда. Ну и первое имперское серебро в этом году. Нарост отойдет. Десяточка. Год не знаю какой. Зачет. Конечно, не то искать, шли сюда, но это тоже хорошо. Так, это нас Люб с той стороны водоема бродит. А мы тут походим. Ну что, друзья, вот дошел я до края поляны. Крест сломанный. Еще попался. Пока больше ничего, но очень много черных сигналов. Выкопал несколько. Кованые гвозди, ну как обычно. Вот я хочу посмотреть здесь конец поля. Пойдемте глянем. Мы уже здесь приехали-то холмики искать всякие вдоль реки. И вот что-то там
Похоже на то. Только что непонятно. Сейчас глянем сквозь кусты. Сегодня у нас разведочка. Ну и что здесь? Да нет. К сожалению, это низина реки. Ну, заливная, короче говоря, заливные луга. Вот там река. Не получается. Значит, высокий берег все-таки с той стороны реки. А не с этой. Интересно. Так, Люба идет. Что-то нашла, что ли? Пойдем посмотрим. Может быть, и нашла. А ребят, куда убежали, я пока не знаю. Пойдемте подойдем. Здесь, конечно, прикольно. Здесь такой песчаный грунт. Если что-то и вылетит, то что-то может быть неплохого с охраной. Фух, запыхался. Сегодня такие кроссы мы наматываем. Офигенные. Чё там? Толстенький такой. Толстенький что? Он пятак, что ли? А, толстенький. Крестичек. Да, смотрите, какая толщина. Сохран хороший здесь будет, здесь песчаники. Смотрите. Что ты там показывал? А я смотрел, думал, может, там холмы какие-то есть. Нет, там низина. Там низина. Я все в надеждах. Ну и, как обычно, какие-то щитки, кафтанные застежки. Видели? Ой, извиняюсь. Вот взял, все просыпал. Вот, застежка кафтанная раньше такие носили. Кусок серьги серебряный. Ну да. А вон деревня, которую бульдозерами сгребли. Вон там. Ну и вот тоже какие-то кучи. Вот я прямо вот в этом березе. Ну сейчас здесь полазим еще. Значит, здесь с этой стороны находки могут быть. До монгола там тоже попадался сегодня. Ну хорошо. Он прям под деревней. Да. Хорошо. Погода еще разжарела. О. Мы в свитерах, вон я оделся, нарядился. С утра дождик такой еще похрапывал. Думал, холодно будет. Хрен там. Не холодно. Ну что, пойдем сейчас вот этот березничок почешем. Вот, друзья, сейчас мы здесь в роще посидели, водички попили, отдохнули. Вон урочище, мы его обошли с той стороны. Там вот были находки, серебро. Там помойка. Большущий водоем, я уж не стал снимать. Ну и сигнальчик интересный. Давно не находили. 100 лет уж не было. Ну так, более или менее, хоть не совсем зашорканный. 43-го года. 3 копейки серебром. Плюшка. Тоже, конечно, отмачивать надо. Может оживет, может и нет. Не знаю. Но прикольно. 100 лет их не копали. Пятачок вообще был. Да. Ну, здесь сейчас монета была. А у Любы там крест, говорит. Сейчас пойдем посмотрим, что за крест. Да-то, ребята, дальше. Целый. Ну да, лепесточек. Целенький. Вот такой вот. Еще и мальки сохранились. Красота, да и только. Что, Люба, сигнал был, я вот подошел. Грустно, конечно. Сломанная монета, это серебро. Это 15 копеек, 1 злотый. Тогда такие были, в те времена. Грубо говоря, двойной номинал. Блин, но, к сожалению, слом старый. Ничего уже с этим не поделаешь. То есть вторую половинку ты не найдешь. Возможно, что это как раз-таки тоже долговые. Возможно. А может, просто разрублены каким-нибудь плугом. Чем-то еще. Чем там звенит? На, пин. С борта у меня. У нас тетя Люба умудрилась забыть пин в машине. А до машины у нас километр. Ну тут и мусор сейчас попадался. Я только что рядом с монетой пробку водочную нашел. Что-то катается. Не проволока ли?
проволока. О-о-о. Так тоже бывает. Так, ну и продолжаем здесь вертеться. Че, куда-то далеко-то ходить? Я не знаю, опять Димка, Жень, куда-то убежал. Убежали куда-то. А мы как вот крутились, вот там место. Штырич кто-то поставил, видно, что сняли. Ну вот. Тут да, тут такое ощущение, что здесь дымовая яма была, ну как бы дом стоял. Ну сейчас здесь покрутимся еще чуть-чуть. Ну и полгода. Угу. Поднимаемся обратно сейчас к деревне. Вот она у нас урочище, а мы хотим еще за ним пошататься. Другого. И еще одна медаль. Вензель. Александр Первый. Слушай, а под Зеленухой-то патина? А что это за медаль? Не знаю, это вензель Александра Первого. Они на некронационном, они были серебряные. Хотя могли они быть. Они разные медные. Были. Интересно. Будем отмачивать. Слушай, 854. Проявляется что-то на. Слушай, прикольно, давно же не ходили по империи, по всему этому. Приятно находить такие штуки. 53-й, 54-й, А1, или это Н1, да, Александр II. Что-то такое. Не знаю, надо будет смотреть, отмывать, смотреть. Да, ребят, непонятно, что это такое. Ладно, потом посмотрим, отмоем. Интересный сейчас сигнал у Любы. Солдатик. В чуме. Без постамента, к сожалению, но... Обломанными, да. Задними конечностями и хвостом. Он, наверное, вот так стоял. Не знаю. С этой стороны непонятно, что с этой стороны сабельку держит. Ну, он копыт сверху. Знаешь, скорее всего, он стоял на, ну... А не знаю. Галоп это. Ну, или да. Почему он... Казак это, наверное. Казак, да? Ну, судя по красным лампасам. А почему в челме? Ну, видимо, здесь что-то было другое. Прикольно. Ладно, уже, скажешь, скоро закругляться будем, уже все. Язык не шевелится. Вот. Как-то так полазили. Сейчас расскажу, как мы с Любой вот этих солдатиков копали. Это вообще номер был. Накопали тоже. Вот только что показывал солдатик, рядом второй сигнал. Такой же. Роем-роем, что-то сверху. Да, блин, прикольный. Второй такой же, без ножек. Третий. Четвертый. А оказался-то? Дырка в кармане. Дырка в кармане. Мы одного и того же солдатика 4 раза копали. Он падает в траву, мы его заново находим. О, сверху еще один. Ой, блин, артисты уже. Все, мозги-то не соображают, но весело. Вот как-то и так тоже бывает. Дошли до машины. И тут вот такой чудик. Где он там? Он вообще тут бегал, не стесняясь. Он это? Зажатенький? Да, вот тут здесь прям рядышком бегал. Даже не шевели. О, морда. Ну да. Но он сразу не побежит. Ну. Пяу. Он долго не побежит. Ну да. Ладно, отойдем. Откроешь машину? Ладно, сейчас если побежит, включусь. Хрен, сейчас ты его напугаешь машиной, он еще долго будет отходить. Ну вот, друзья, и традиционный отчет. Вот, ребят, находки не раскладывали, мы свои показываем. Ну что прикольного? Медаль прикольная,
Лепестки, в общем-то, нормальные и замечательные. Но это застежка кафтанная, как я и говорил. Серебруха будет хорошая, вторая сломанная. Монету отмочим. Я думаю, что уже видели. Если она будет хорошей, то вы видео это уже видели, скорее всего. Эта штучка интересная, непонятная. Ну и обломок серебряной... Ой, не видно. Обломок серебряной серьги. На этом прощаемся. Всем здоровья. И пока.